Галина, а вот как порода называется? Тойбоб. Тойбоб. А тойбоб, они самые маленькие почему? Что в них? Ну, они, в принципе, самые маленькие. Они не легкие по весу, но они самые маленькие. Они по весу или по размерам? По размерам. Так. Потому что в зависимости от костяка, в общем-то... Сейчас я вам покажу кошечку. Да, пожалуйста. Так. Вот видите, да, размер? Так, да. Вот, вот этой кошке 4 года. Угу. А этому котенку 6 месяцев. Mm-hmm. Вот эта кошка весит 2,5 килограмма. Да, это очень мало. Это много для нее. А, да, извините. Это много. Обычно такой размер 1,7 кг. Mm-hmm. Вот, поэтому вот в зависимости от костяка, они вот у них такой вес. Угу.